branży wiedzą o tym wszyscy, ale liczy się... Несколько стран начали сокращать объемы импорта польского мяса. Это произошло после того, как один из местных телеканалов показал документальный фильм о том, что происходит на скотобойнях. Кадры снял журналист, который нанялся на одну из скотобоин близ Варшавы. На них видно, что на забой ведут больных коров и что с животными жестоко обращаются. Команда инспекторов от Европейской комиссии уже прибыла в польскую столицу. Начался аудит со стороны Еврокомиссии. Для проверки скотобоин прибыло 2 человека. Ни одна страна импорт мяса не приостановила. При этом какие государства сокращают объемы, пока не сообщается. Многие импорт ограничивают. Они либо сокращают объем заказов, отменяя их, либо пытаются договориться о более выгодной цене. Каждый год Польша производит около 560 тонн говядины. 85% идет на экспорт. Потери репутации, конечно, вылились в финансовые потери. Мы много лет работали, чтобы добиться признания польской продукции и польского мяса. Сегодня можно сказать, что репутация подорвана. Также производители отмечают, что стоимость говядины на внутреннем рынке стала резко снижаться. Если тенденция продолжится, то в этом году они могут понести потери в размере более 160 миллионов долларов.